Инициативная группа предложила узаконить для работников сон в послеобеденное время. Как вы думаете, это в России приживется? Конечно, не приживется. Нет? Нет, не приживется. А почему? Ну, потому что в нашей стране у работников и так очень мало прав. Хотя говорится, что и белая зарплата, и обеденный перерыв. Но у нас сейчас частники в основном работают, и поэтому права граждан, ну, как, не всегда соблюдаются. Очень повезет тому, кто устроится на хорошую работу, там, где будет все. Так что, мне кажется, это вряд ли. Да мне кажется, они с утра спят, уже приходят на работу. То есть после обеда им спать уже не надо? Да они уже выспятся, домой пойдут. Ну, у нас очень консервативная страна, и все спешат домой, а если вы будете спать днем, то, соответственно, вам придется дольше задерживаться на работе, поэтому, мне кажется, нет. Спасибо. Хотя идея хорошая. Ну, немножко, может быть, и можно. Но в основном на работу пришел, так работай. Понятно. Да, конечно. А почему? Потому что люди отдыхают, должны, как-никак.